Эксцентриссимо. Какой край захотят сделать своим третьим домом богатые россияне, простывшие в своих новых жилищах в Лондоне? Элитным жильем в Майами чаще всего интересуются наши соотечественники, рассказывают местные риэлторы. А как только Дональд Трамп занял Белый дом, заявок от наших на какие-нибудь квадратные метры в зданиях Трампа стало на треть больше. Россияне за этот бренд готовы платить немалые миллионы. И не только. Например, экс-депутат Башкортостана Вадим Гатаулин поплатился депутатским мандатом за недвижимость в теплых не наших краях. Это плюсом к 3,5 миллионам долларов. Роскошные квартиры с 5 спальнями в Трамп-Тауэрах требуют больших жертв. Одним из первых обитателей модного теперь американского местечка был композитор Игорь Николаев. Куда же еще было податься дельфину? Лет 20 назад, когда риэлторы в Майами еще не говорили по-русски, он купил квартиру в районе Санни-Айлс-Бич. Затем, еще до депутатов и бизнесменов, половина российской эстрады уехала в Штаты. И теперь именно там можно найти тех, кто с небосклона пропал. Если вы, например, волнуетесь, как дела у профессора Лебединского, жив ли он, то успокойтесь, у него все прекрасно в Майами. Эксцентриссимо.